Добрый день, портал Insurgent. С нами группа Bets. Да, мы группа The Bets. Всем привет. Всем привет. Только что прошло ваше выступление. Как у вас впечатления, как эмоции? Неплохо сыграли, но очень толпа, публика хорошая. Могли бы чуть поживее реагировать, как-то больше кричать, надо больше как-то движений. Так все нормально. То есть другие впечатления от других выступлений получше? Ну, бывало как бы и получше, это нормально. То есть самокритика, она всегда нужна. Есть нюансы, которые мы могли бы сделать лучше, как обычно. Как бы ничего идеального у нас не бывает. Это нормально. Ваши песни на английском языке? Да. Всегда? Нету на русском? Нет, на русском не поем, на английском. Все на английском. У вас один альбом, но видел, что материала у вас больше. Вы собираетесь второй альбом, да, выпускать? Ну, вообще больше у нас альбомов. У нас первый мы записали, он такой небольшой, да, у нас получается три. Первый там 7 песен, второй 5 песен, такой мини-альбом. Но это не EP, это полноценный альбом наш был. И сейчас последний тоже 7 песен. Планируем, конечно, записать что-нибудь побольше, но... Не знаю, я не сторонник больших альбомов, по 12-15 песен, их никто не слушает, это сейчас не нужно. Сейчас нужно поменьше песен, чтобы люди слушали, более внимательно слушали меньшее количество песен, просто чаще. То есть я за это. А если 12 песен в альбоме или 15, то есть их будут прослушивать больше, как просто включили и фон, или так вот что ли получается? Ну, я считаю, что да, 12 песен, там из них песен 5. Будут улавливаться, остальные будут, несколько проходных, это по-любому, да. Альбом обычно раз в 2 года выпускают, а мы стараемся чуть поменьше, но почаще, чтобы как бы свежий материал был, актуальный, и не засиживаться на репетициях на одних и тех же композициях старых. То есть как-то надо ловить быстро. А как часто у вас проходят репетиции? Репетируем мы обычно раз в неделю, но это уже... Маловато. Но надо чаще. Мы дошли, у нас там бесплатно есть. Да. Репетиция. Короче, лучше репетировать больше, но не всегда получается, потому что люди заняты, у всех работа там, да. Поэтому стараемся 1-2 раза в неделю, минимум. Ваш состав группы всегда был такой или менялся? Менялся. У нас долгая история первого альбома. Сначала мы играли вообще, нас было 3 тоже, потом было 4, потом состав поменяли, мы долго. Пару лет мы играли вдвоем с барабанщиком, там White Stripes, там, да, такое. А потом нашли нашего басиста Николая. Другого басиста. Потом нашли Николая. Сразу понравился и просто сразу же давай делать новый материал и записывать альбом. Просто пришел человек и сразу же записывать альбом. Нужно было быстро все. А почему песни на английском языке? Почему такой выбор? Просто так честно, мы... Хотим ориентироваться больше на мировую аудиторию, то есть не просто там на Россию, да, там страны СНГ, больше на там и Европу тоже, и у нас, и по всему миру. Это просто больше дает возможности больше площадок, да, больше аудитории и все. А вы в другие страны ездили? Возможно, не с выступлениями, а просто на какие-то крупные фестивали? Без выступлений ездили, просто как бы иногда сами, иногда, так. Я не считаю, что это групповой поездки, да. Но группой мы не ездили так. Но мы мечтаем. Да, группой, конечно, мы хотим участвовать и съездить на фестивали и на все крупные. В общем, фестивали за рубежом, они отличаются от российских фестивалей? Вот ваши впечатления? Да. Вообще без вариантов. Организация, уровень, даже уровень групп, это немножко другой уровень просто, и все. У нас тоже есть хорошие, достойные фестивали. Но не всегда они проходят так, как хотелось бы. Часто организация подводит. Вот. Сколько лет вашей группе? Играем мы с 2013 года. То есть уже 4 года. Так. Мы долгое время, мы играли вдвоем. Отрепетировали для себя. Да, себе играли, а потом, как только собрали новый состав, сразу пошли в дело. Пришел Коля, и мы пошли в дело. Название группы кто придумал? Мы вместе думали, я в частности тоже. Bets как переводится? Bets это ставки, просто ставки. Ставки? Да, да, bets. Make your bet, сделай как ставку. В казино? Да. Это все азартное, это азарт, все что угодно. Ставки. Ваши песни о чем? Просто не все английские знают. Не все, ладно. Не очень, конечно, классно рассказывать, особенно перед песней, которую играешь, называть ее, рассказывать о ней. Но так в целом могу сказать, это песни о любви есть, песни о прошлом, о прожитом, какой-то личный опыт.
впечатления, многие всего происходило. Поэтому часто вкладываем душу в это, в написание песен, и просто... Ну, обо всем, обо всем. А кто автор текстов? Вы пишете тексты? Да, я пишу на английском. Вот, с грамматикой достаточно сложно, поэтому мне Андрей помогает, он у нас англичанин прям вообще топовый. А вы тоже автор песен? Отчасти. Он меня правит, он если я что-то не правит. А, вы редактор? Да, редактор. Он, если я не там путаю времена или что-нибудь фигню по грамматике, он правит. Он как бы проверяет за мной. После него никогда не бывает рифмы. Да, поэтому сложно. Ну, короче, так, вместе. Планируете снимать клип? Да. Конечно, планируем, но просто как бы нужно вкладывать в это деньги. Мы приценивались, и это достаточно дорогостоящая, мы такая андеграундная группа, которая пока что снимаем свои видео просто и игры. Каких там за 20 миллионов пока нету, по-моему. Вы примерно прикидывали бюджет, сколько это может выйти и сколько? Ну, хороший клип стоит там 100 тысяч, около, да? Ну, даже больше, да, там от 150 тысяч. От 150 200 тысяч нормальный клип такой. На студии. Это не берем актеров, да, не берем съемку на улице, там, в каком-то, я не знаю, с чем. Я понимаю, организации вообще, да? Да, это, ну, просто обычная стандартная съемка, 150, с хорошими камерами, все вот. Ну, это на студии. Вот, например, если у вас появилось достаточное количество денег, какой бы сюжет был у клипа? О, ну смотря какая песня. То есть, чтобы мы выбрали веселую, да, или какую-нибудь душевную. То есть, если про любовь, то, конечно, какая-нибудь там интрига, не знаю. Чувство. Если так веселая, то про веселье, очевидно. Да. Тусовочка. А вы бы позвали фан-клуб своих поклонников вот именно в качестве актеров, например? А, массовки. В качестве массовки? Не, фан-клубов. Не, ну просто играть какую-то роль, например, если клип сюжет, там девушка... Если играть какую-то роль, лучше все-таки актер. Друзья, вы бы рассмотрели в первую очередь, потому что не надо было платить так много. Если вы были друзья-актеры, особенно, мы бы их позвали, да, бесспорно. А так... Лучше профессионалам доверить, если хороший клип снимать. А так для массовки, просто для себя, то можно и друзей там все равно. Нормально. Творчество каких музыкантов повлияло на вас? Ну, блин. Ауэрбах. Очень. Бах? Ауэрбах. Вообще, White Stripes. Блин, это Black Keys, Arctic Monkeys, Beatles, ну я не знаю, очень много, я слышал очень много музыки. Мы очень много слушали. Led Zeppelin, это вся классика старая. А панк-рок это джаза, наверное. Современные, это Arctic Monkeys, Black Keys, ну я уже говорил, да, там, блин, ну очень хорошая, ну качественная музыка, любая практически прям западает, которая влияет на наше творчество. Вот ближайшие творческие ваши планы, куда вы еще поедете выступать, возможно? Ну, пока что мы планируем добраться до финала в Эмерджензи и просто разбить всех пух и прах, поехать в Германию, показать там уровень российских групп, да, чтобы они поняли, что это топчик тоже, что мы тоже умеем. Вот, и угорать дальше. Не знаю, все, что... Как можно больше концертов, тем лучше. Главное, достойные площадки, андеграундные, везде. Ну, сегодня, кстати, да, достойные группы играют. Такая. Еще послушаем. Среди этих групп есть ваши друзья, например, какие-нибудь? Нет, вообще ни одной. Мы здесь никого не знаем. И в прошлом году мы участвовали, да, и там познакомились с ребятами. Но в этом году мы пока не видели, чтобы они участвовали. Поэтому мы вообще никого не знаем. Ну вот на таких фестивалях часто музыканты между собой знакомятся, общаются, допустим, совместно работают как-то? Ну... Я по собственному опыту скажу, что если мне команда нравится, ну, как в прошлом году, да, бывали очень достойные, прям, ну, действительно хорошая музыка, я приходил, да, знакомился, то есть там на совместных концертах можно договориться, можно позвать группу, да, вместе. А так, чтобы, конечно, планов, пока там записи сплитов никаких мы не, ну, не было такого, пока сами по себе вообще. А с кем бы вы хотели выступить на одной сцене? О, я бы хотел очень бы с Black Keys, White Stripes, Arctic Monkeys. Со всеми... С Led Zeppelin в оригинале. Ну, это вообще мечты, да. А с реальными, вот, кто сейчас существует, это Джек Уайт из английских Slaves, те же... Даже с Касабин я бы не был против, как бы, сыграть. Так скромно. Если бы они предложили, да. Ну, не знаю, очень много достойных команд, со мной с удовольствием. А из русских команд?
из русских, ну, здесь сложнее, потому что просто по стилистике я не знаю, как мы подойдем. Но я бы хотел с Мумитроллем сыграть, потому что они прикольные ребята, и у них они достаточно такой инди играют, ну, для российской музыки. Вот. Ну, из русского рока. Ну, я бы сыграл еще с тараканами по панк-року, как бы, просто поугарать. Наив, может быть. Да, наив. Ну, с такими старожилами панк-рока нашего. Не знаю. Ну, и многими андеграундными, которые даже никто не знает, но старыми там я бы сыграл еще. Например? Ой. Ну, да, это такие гаражные, гараж-рок музыканты. Ну, из тех уже, к сожалению, не существует. Тоже старая там проверочная линейка. Я вот с ними очень хотел сыграть. Там снова Nails, ну то есть много групп. Это, ну они, многих уже нету, многие слишком игра остались где-то там сзади. Поэтому, ладно уж. Можете вспомнить какой-нибудь момент на выступлении? Смешной, веселый, позитивный, яркий? О, да, вообще, блин, в прошлом году много было позитивных ярких моментов. Да, у Полстрона один раз на концерте у него строй поплыл окончательно, гитара не строит. Мы играли, все потом говорят: о, ребят, какой классный звук у вас сегодня был. Она просто не звучала, это просто каша была, то, что заиграл. Половину да. песен вырезали быстренько. Все равно. Нервничали. А был момент, когда у нас Николай не мог двинуться с места, потому что у него сломался джек в гитаре. Мне пришлось играть, но и он весь концерт стоял в одном месте, как бы, да, и все потом спрашивают, почему он стоит у вас, басист, что за фигня, просто сюда вот стоит. Зафиксировано. И вот одна рука шевелится. Ну, как бы это было забавно. Ну, много там, гитары падали, ну что делать, там что-то мать рвалось, там отсоединялось, там не работала аппаратура, там. Ну, бывали такие моменты. Ну, нам было в этот момент не очень смешно, это нам потом было смешно, когда... А так мы немножко паниковали, там, да, что делать, это опыт. Вот. Ну да, это весело вспоминать. Бесценный, да, бесценный опыт. Спасибо вам большое за интервью, спасибо. Оставайтесь с нами, до свидания.